Всем прекрасного доброго утра. И самое мое любимое утро начинается тогда, когда ты садишься в автомобиль и едешь в аэропорт для того, чтобы куда-нибудь улететь и потом вновь вернуться. Сегодня мы с Егором летим в Екатеринбург. Я лечу выступать, а Егор летит развлекаться, потому что у него каникулы. Сегодня мы летим в Екатеринбург, и я в этот город давным-давно хотел попасть. С детства фактически связано много разных историй, поэтому буду вам рассказать о том, что за город, какой интересный, чем он примечателен. По плану, как всегда, поход в театр. Мы уже в самолете, поэтому сейчас много говорить не будем. Это бассейн под открытым воздухом. На улице 3, а в бассейне 37. Вот такие башни. С Егором в Ельцин-центр. Опускается именно на этом уровне. Это в то время, когда партия сейчас должна как раз взять именно революционный путь и действовать. Нашей великой родине нависла смертельная опасность. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, всего Украины. Радио. Егор решил пройти через реку.